Так, видео не выходит почти 2 месяца. Настало время для щитпостов. Что ж, всем привет. И я опять попал в коллаб. Из-за нехватки времени я не могу создать полностью свою анимацию, а коллаб – самое то, учитывая, что моя часть всего 6 секунд. Ну, и поскольку я ленивый, чтобы выпускать 6-секундную анимацию на канал, я решил записать сам процесс создания, чтоб вам было интереснее. Может, будет пара моих комментариев по поводу происходящего на экране. Ну, поехали, наверное. Начал я, как это многие обычно делают со скетча, потому что ну а как без него. Потом, естественно, начался этап лайна и цвета, потому что ну а как еще то. Затем начался этап подбора цветов. Легко поверить, но я не заморачиваюсь над сочетанием цветов, потому что я действительно почти не заморачиваюсь над этим, все как-то само приходит. Я не профессионал, чтобы пояснять за сочетание цветов, физику света и другие вещи, поэтому как есть. Далее встал вопрос с лицом. Сейчас вы видите финальный вариант, однако до этого я перепробовал штук 5 других вариантов, но этот показался мне самым лучшим. После покраса я начал добавлять некоторые элементы анимации, сейчас это моргание. Интересный факт, обычно перед тем, как делать анимацию, расписываю, как я хочу ее видеть, какие будут движения. В этот раз я делал все на импровизации, поскольку пробовал себя в несколько другом стиле. Да и за 6 секунд найткора особо не распылишься на анимации. А затем началась самая интересная часть, а именно, липсинг. Для тех, кто не знает, научно-популярно объясню, липсинг – это анимация рта. Не знаю, можно ли это назвать болезнью, но я люблю работать над липсингом, многие назовут меня безумцем, но я включал аудиодорожку на медленном проигрывании, чтобы уловить каждый звук и расписать все по секундам. Сама анимация у меня состоит из отдельных кадров, каждый кадр отведен на отдельный звук.
То есть я могу объединить несколько букв в один звук, чуть-чуть ускорив процесс создания. Примерно так я и создаю анимации. 60% отведено на липсинг, 40% — все остальное. А потом у меня случился кризис идей, потому что я буквально не знал, что я хотел сделать на заднем фоне. Первая идея с треском провалилась, вторая, третья, тоже. В результате, у меня вышло непонятно что на заднем фоне. И процесс создания этого я не записал, уж простите. Поэтому давайте сразу перейдем к финалу. Что ж, на этом можно и заканчивать. Боюсь, что это видео может стать как последним в этом году, так и вообще на моем канале, по крайней мере, пока я не сдам ЕГЭ. Поэтому поздравляю с Новым годом вас, счастья, здоровья, радости, всего лучшего. Спасибо вам за то, что вы со мной уже почти полгода. Я никогда не думал, что кому-то будет интересно смотреть на мое творчество. Поэтому я от всей души благодарю вас за то, что вы со мной. Надеюсь, что иногда смогу вас радовать своим творчеством. Если я не вернусь, то не скучайте там.